Короче, ребят, мы на Камикольме, уже все прошли. Сейчас мы уже собираемся идти снимать видеоматериал чисто, чтобы у нас хоть что-то осталось, кроме наших морд. Вот что такое? Сейчас, короче, мы пойдем снимать. Наверное, будет две части. Одна будет как бы наша болтовня наполовину. А во второй части мы будем уже снимать чистый видеоматериал. Волшебный магазин. Чё? Сейчас за Локи. Мы, короче, сейчас... Бог, короче. Вот я такую фигню хочу себе за руку. На руку. Короче, Локи. Он вообще не похож. Что там? Что здесь? Это такой местный базар. Это их не местный базар. А теперь объясни, что здесь делать. Играть. А ты умеешь? Хорошо. Мы никто не умеем играть, поэтому мы и не будем. А то все сольем, короче, все деньги, весь... Вообще, короче, ладно. Только любой освободиться сможете поиграть. Если хотите, то можете с ним поиграть. А можете друг с другом, то... Если хотите друг с другом, то придется чуть подождать на это. Посмотри, как только кто-нибудь освободится из народа, то кто-нибудь. Здесь тоже можно поиграть. Это... Ты умеешь магазин, играть? Магазин Садомазо. У меня есть карточка. Какая? Все. Все? Эти? Да. Они с собой? Да. Вон там стол свободный. Позовем одного пиздюка и все. А я сниму. Ты люблю снимать? Нет, я бы купил сейчас. Что такое? Комиксы. Йоу. Можно здесь набрать на до хера. Не, а сколько? В какой цене? Отпроси. А в какой цену? 300 рублей. По-моему, здесь их нет, тут хватает. Нет, нормально, кстати. Пойдем вон туда, где черные шары хочу. Вон, где белый единорог, смотри. Школьники какие-то влез в кадр. Там. А здесь чисто уже базар такой. Честно, рынок. Мало залов, все мало. Короче. Мы прошли уже все залы с тобой. Вот куда мы шли. Манга. А под какую цену? А? Какую цену? Это артбуки. Каждый по-разному. На каждом, в принципе, написано. Наруто, Мартин. На них написано. Сейчас, погоди. Мой бут. Йой. Это Йой. Да, мы знаем. У нас подруги смотрят. 300 рублей. Ну что, купишь? Позвони у нее, спроси. Подарок девушке? А можно второй посмотреть? Позвони, спроси у нее, может она потому что читала. Пойдем, где тишина. Вот пойдем. Здесь нормально, тихо довольно. Уже кто-то звонил. Сейчас мы будем... Мама. Сейчас мы будем звонить Лизе. Енот. А, енот, понял. Я там сейчас задумался. Лавка у Ярика. Селфи-палки. Хорошо, стоит какой-то Ярик и продается подряд. Можно спиздить шарики. Звонок нашему другу. Точнее, подруге. Алис. Вообще. Привет, короче. Смотри, тут книжки есть, ну, как ты хотел. Мой буйный парень называется. Мой буйный парень. Ёй. Мой буйный парень, есть книжка, ёй. А, Беровский? Тебе нужно? Не читал, спросили, читал. Гражданская война. Ну ты читала, нет? Гражданская война. Не читала? Гражданская война? А что это? Окей. Ну, нет, Марвел. Нет, Марвелский у нас только...
ладно, давай пока. Росомаха и Сорвиглава. А, я понял. Она сказала, ей не надо. Она читала? Нет. Покупай. А ты спросила, она читала? Нет, она сказала, нет, она читала. Читала? Нет. Ой, как же не люблю я аниме это. Обожаемый дьяволом. Еще лучше. Вот это самый кайф. Но она сказала, не читала, и не надо ей. Ну ладно, в Китай пошли. Нахер надо. Не хочет, а как хочет. Хочешь, как хочешь. Я хочу шарики, во. Бери. А теперь смотри, что там написано наверху. Луткейс. Это не из КС-ки кейс. Луткейс. Луткейс. Короче, тебе присылают рассылку кейс. Это не ПК. Да я знаю. Это просто присылают кейсы. Короче, ты их открываешь дома на видео. Желательно. Пойдем запишемся. Там запишемся. Сейчас сказали, подожди, перезвони. Куда они подойдут? О, я хочу знаки этих купить. Это что такое? А что это такое? Это машина, короче, когда оставляешь ее где-то. Возьми, тебе понадобится скоро. Шуточки, мои шуточки за 300. Всем, по-моему, здесь дешевле намного, чем в остальных. Все, оглянись назад быстренько. Получил. Дядя Халк его испугал. Дядя Халк. Все, обернись назад. А еще раз обернись. Так и пугайся. Так опасненько. Я бы все колоссал. Dangerous, dangerous. Я он тебя хотел уже это, ушатать. Он так на тебя посмотрел, это, я сейчас тебя ушатаю, ушатаю. Че они где-то? Не знаю. Это что все уже прошли? Теперь можно вообще чисто идти играть во все подряд. Ебать, я опасный. Го, короче, теперь играть, ну, слушай. Ну, конечно, я чуть хинканки не откинул. Хинкали не отбросил. Щекали. А что такая хуйня идет? Зеленая. Да мат, не ругайся, видео вообще. Вот там чуть. Тёма. Селфи, чёрный. Давай. Тёма. Тём, давай быстрее. Пока народ нет, давай. Короче, где он? Не, давай так. Погодь. Подожди. Они же сюда подойдут. Нет, они сказали, что там подойдут. Что вообще там написано? Это Европлюс. Гоу горнем, короче, встаем, короче, при них этот энергетик такие. Здрасте. Где они вообще? Они сказали, сейчас погоди. Куда они подойдут? Сейчас погоди, они сказали. Да. Сейчас подойдут. Что, мы уже все прошли. Позвоним им в холле. Да. Пойдем теперь играть тупо. Играть и плюс там призы всякие получать. Сейчас я уберусь. Я сейчас не вижу. Смотри, лазер. Я вообще пока. Играть.
Побегай. Это чем-то Outlast. Да. Охрененно. Фриза. Охрененно. Тебя не видно было. Ты сейчас такой, ой, этот доктор такой. Чё, Рип? Да. Что? Кек. Это застрял в лифте. Нажми еще раз на кнопку. Нажми еще раз на кнопки. Поехал дальше. Что? Это Outlast. Ты не заигрывайся. Какая хрень сзади. Прикинь, сейчас закрытую локацию прошел, короче, так. А, это, случайно. Что за? Так. Да, я посижу. Все. Да, не, держи. Да, я попробую. Присяду, сыграю. Тём, подержи вот так. Не могу. Держи пакет рук. Ребята, это Outlast. Второй, блядь. Или даже третий. Никак. Не тот. Ты не тот вышел. На айфончик потянет. На айфон потянет. Если что, мечи все платные. Мечи все фигня платные. Никакого толка. Все, мы здесь уже были? Нет, мне нужны косплейщицы фоткаться. Мы здесь были, да, что вот подашки стоят эти. Ебаные. Хочу поиграть, подожди. Тём, ты как хочешь, я хочу поиграть в Forza, блядь. Хочу проехаться в Forza. По второй. Да мне похер, Тём, что он играет, его сейчас выгонит ногой, блядь, бутылку. Я ради той игры хотел покупать себе, ну, ради Forza. Хотел себе покупать Xbox One. Но мне было лень на него копить. Кавалки? Охуй. Пойдем мы со Спарты пробьем, да, короче. Давай мы по спине со Спарты. Ты не играл с Карином. Реально по спине со Спарты. Давай, Кино, что ты там делал с Марлин, да? PS4 Pro. Assassin's Creed. Но у нее и попка.
Ты знаешь, кто это? Это знаешь, кто это, да? А ты знаешь? А я знаю Троксана из Доты. Похер, что это из Доты. Я не игрок в Доту. Извиняюсь, что я просто снимаю крим, потому что я просто снимаю. Подожди, подожди. Тёма, он не реагирует. Он не реагирует. У Старка залагал. О-о-о-о! У Старка залагал этот хвостик. Что это такое? А можно мне? Коды не будут болеть, я их замажу. Хуй вам, а не коды. Коды буду разыгрываться. Total War, арена код для активации в Steam. Арена промокод. Все коды вот этой игры будут разыграны. God of War. Я этого... Payday! Payday здесь это, блядь. Здесь Payday, смотри, вы парни. С Payday маской, пошел. Как меня, короче? Он забыл, как меня зовут. Я тебя подлечить хотел. Пойдем подлечиться. Пойдем подлечимся. Я как раз медик. Я как раз на мед пойду, давай подлечимся. Ой! Давай, подлечимся, пойдем. Пойдем у доктора подлечимся. Мозг подлечим, слушай. А то на телок часто засмотрят. Играть в Mortal Kombat, который на Android уже есть. По-моему, мы все прошли. Сегодня последний день. А что за брат? Сегодня последний день. Сегодня последний день, бро, ты ничего не купишь. И что дальше? Игровая мышка. Короче, если я сегодня выложу, я выложу сегодня фотку в Инстаграм. Макс. Трансуха всей Руси Анжела. Подожди, подожди, я сниму. Эй. Трансуха всей. Ах ты сумочка. Трансуха всей Руси. Где? Э, у вас... Голова попала немного. Нет, фоткай. Типа опасно. Давай. Самое главное, вы же понимаете, что это удовольствие, это факт, потому что танцы — это радость, вы можете... Да, только номер три. Я поеду, не отсюда, там подтащусь. А можешь сфотографировать? Идем. Вот, а я еще раз хочу вам напомнить, что вы можете оказаться 21 октября на нашей закрытой презентации Just Dance 2016. Да? У нас там будут и профессиональные танцоры, мы сами сможем потанцевать. И музыканты будут у нас выступать, я буду это все вести. А ей не тяжело? Ей не тяжело, ребят, как вы думаете? Мне ее жалко даже. А мне ее жалко, ей тяжело, наверное. Я могу вам его отдать, чтобы вы не забыли. Понятно. Он очень простой, Джан. Понятно. А
при чем тут свинка Пеппа? Или купите 21-го числа. Не знаю. Это, видимо, его счастливая игрушка. А при чем тут свинка Пеппа? Сын, ты можешь меня сфоткать? Я кончу. А это дом, как кто-то на арте играл. Видите, все движения вы можете точно так же совершать спокойно стоять и повторять и пританцовывать. Вот фигу. Отломала. Ребята, 13-летние школьники пьют торнадо, а я какой-то сраный маленький Red Bull выпил. А девчонки 13-летние пьют торнадо здоровые. Они братья. Слушай, я бы тебе так... Ёпта, рыженька, можно с вами переспать? Да, сука, я кончил. Ассасин. Вики, ну-ка, давай. Пойди с ней, прям подойди к ней, прям к ней подойди лично. Ассасин. Ну-ка, прыжок веры. Ассасин. У нее сиськи торчат. Слышь, какая же кисть. Тем прям в камеру ты так. Давай. Red Bull? Ну да. Red Bull, заебись. Ага. Тем. Я вам скажу, как я вам незаметно. Спасибо. Вы меня сфоткай. Честно. Покай. Можешь меня? Сейчас, подожди. А можно с вами? Шлюха! Некрасиво она на лицо. Ты живой, дядя? Интересно, он живой? Живой. Да, человек стоит сзади, вся спина голая. Ой, ёб, ты вас испугался. Ёб, с фотками и с Аэрофлотом, да? А, нет, World of... А, это мы с ним фоткались. World of Warplanes. Орки. Орки нападают. Гоблины, тролли. Хер. А это не он? Не он ли меня вчера в скайпе пытался затроллить? Так это же Дэн! Слушай, это брятик, бля! Затролли после задроса. Похож, да, после задроса, когда у меня сидит троллит. Давай, Тём, быстрей. Попроси их, не тупи. Ну попроси ее. Я жду. Меня теперь фотки. Аэрофлот мне в помощь. Ёпта, он меня чуть не убил. Он меня чуть не убил. Своей... Я не знаю, что у него там в руках, я забыл, как эта херня называется. Блин, приходит человеку. Я хочу картонную голову Майнкрафта. Голодные игры. Сок пересвет? Не, мне не нравится их переслышаться. Ёбкую мать, а чё за хуйня? Это маскарад. А Моженька вообще есть? Моженька вообще в этом году есть там? Они там уже, смотри, чем кидают. Смотри, там, короче, палки эти летают. А вот сюда, Тём, вот сюда. Мачок.
два хэштега стоимость. Ты хотел очки? Покупай. Короче, объясняю. Мечи стоят 1500. Так что привезти? Не могу. Все, сфотай меня в этом шлеме. Стоимость фото 2 хэштега. А я майкер нет, я вот этого хочу. Сидел нехера. Майнкрафт. Подожди, дай я вот этого крипера одену. Ты на видео снимаешь? Да. Ты меня сфоткай. Ай, Кип, сними с меня. Я забыл про Кип. Косарь нахрен, игрушка стоит. Косарь. Да косарь какую-то коробку, понимаешь? Он сумка с моей маме спрашивает. За что, Никит, за что? Я сам не понимаю. Короче, меньше 1500. Был? В том году был весной. Что? Агент Картер. Агент Картер. Это вообще не постер, это похоже на память. Мне тёлка рассказывала. Ты любишь это? Подожди. Бля, опять голодный. Короче, парни где-то большие постеры взяли, блядь, а я хочу такой же. А? О, CNN. О, Дота опять пошла. Косплей школьниц. Чё-то у меня Red Bull плохо действует. Слышь? Чё-то Red Bull на меня плохо подействовал. Слева музыка. Слева. Бибер, да? Твой любимый бибер, да? Это его любимый бибер, народ. Он слушает бибер. Это не бибер. Это бибер. А где такие кулака взяли? А, их раздавали. Это не кулака. Да, это упаковка бумага. Не, я не знаю, кто это. Ебать, нет, я не знаю, кто вот это, я не помню. Ты не знаешь или не помнишь? Я, короче, блядь. А где наши друзья, слушай? Пусть гуляют теперь. По-моему... Попка выделяется. Ай, меня бесит свет этот. Когда в глаза херачит. Это офигенно круто. Вот мы сейчас. Сейчас мы будем снимать. Ладно, давай. Короче, мы на Комиконе сейчас. Короче, всю выставку прошли. Куча призов, приезжайте. Сейчас мы будем чисто снимать видеоматериал для вас. Да. Который будет под музыку вставлен. Понятно. Пойдем. Бэтмен. Бэтмен. Вот смотришь меня. А, не, не надо. Он пошел кого-то это. Именно. У них, короче, такие лазеры смешные. О, дай попить. А то я... Я это снял. Короче, открывает ее прям из оттуда прям такой пар. Все, да, не тебя, да. Чувак, это очень стоит. Давай, давай. Ну да. Люди все прут и прут. Мы выпили слегка трахуна. Сейчас пойдем обратно внутрь. Теперь снимать видеоматериал и... Нет.
Нет, я уже заснял. Да нет. Я хочу чисто теперь пройтись по всей выставке и тупо потом посидеть поиграть. Сейчас пройдемся, Тём, по второму кругу по всей выставке. Давай. Пойдем куда? Только ты уже.